Есть такая метафора, что вся русская литература XIX века вышла из шинели Гоголя. А все нонконформистское русское искусство вышло в какой-то мере из пальто Миши Одноралова. Я была заведующей отделом русской живописи XIX века. Когда мы слышали о том, что открывается выставка в павильоне пчеловодства, а потом в Доме культуры на ВДНХ, все, конечно, туда поспешили. Были большие очереди, это был осенний день, очень было солнечно, красиво. Все стояли оживленные, веселые и ждали какого-то открытия. И открытие это все-таки мы получили. Это так запомнилось, и особенно вот это пальто Миши Одноралова. Я даже помню, как оно висело, как-то в уголочке немножко, с бутылкой кефира в кармане. Мы поняли, что вот это было своего рода первой инсталляцией, первым объектом. В те далекие 70-е, о которых идет речь, в СССР только еще одно пальто выставлялось в художественной экспозиции. Пальто в музее Ленина. Однораловское, сейчас уже легендарное, созданное нашим героем совместно с Михаилом Рогинским и Львом Бруни, коллекция Государственного центра современного искусства. И в отличие от первого, его популярность лишь продолжает расти.